Сегодня очень комфортно и приятно. Еще раз спасибо вам. Ну тогда жми руку сейчас, потому что на сцене появится человек, который эту песню про день рождения, ну, наверное, сыграл на сцене не один десяток и не одну сотню раз, если не тысячу, за всю свою музыкальную карьеру. Рядом бок о бок с Аллой Борисовной, нашей Пугачевой, потому что в этот вечер, с днем рождения, тебя приехал поздравить легендарный руководитель группы «Рецитал», музыкант, композитор, поэт, заслуженный артист России Александр Левшин! Спасибо, спасибо. Александр Левшин, давайте поаплодируем. Александр Яковлев. Вообще, руководителем нашего коллектива был только один, имя Алла Пугачева. Это для справедливости. Но я пришел не столько выступать, сколько сделать принципиальное заявление, потому что я вижу здесь поголовно, Александр, сидят те люди, которые тебя любят и уважают. Это не концерт, это не зрительный зал, это какая-то масонская ложа. Имени Ягья. Дальше масонская ложа Ягья. Спасибо большое. Но на самом деле это зря сказал, что грустный праздник — это плохо. Потому что сентиментальность, каждый год это как, знаете, спираль, наливает. Но он действительно праздник детства. И я вообще предлагаю эту песню спеть и подпевать вместе. И тем самым мы как бы мысленно продолжим этот месседж поздравления. Потому что хороший день, правда, день рождения? Ну вот супер. Ну, зажигаем, товарищи звукорежиссеры. Александр Левшин, давайте еще раз поаплодируем. Ну и давай немножко громкость сделаем. Александр, эта песня для тебя и для твоей замечательной Яны. Гитарный луч рассвета застыл в моем окне. Но несмотря на это, немного грустно мне. День наступил, и значит, все на своих местах. Но как-то все иначе, сегодня все не так. День рождения, праздник детства. И никуда, никуда, никуда от него не деться. День рождения, грустный праздник. Улыбись, 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 и грусти напрасно. Подарка нет дороже, подарка нет милей. Что каждый день, что прожит в кругу своих друзей. И ничего на свете не происходит зря. И даль уносит ветер листок календаря. День рождения, праздник детства. И никуда, никуда, никуда от него не деться. День рождения, грустный праздник. Ты улыбись, 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 и грусти напрасно. День рождения, грустный праздник. И улыбись, 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 и грусти напрасно. День рождения.
Александр Ягья.